Приветики, мои котята, с вами Прика, и добро пожаловать в Wildcraft, мир океана. Итак, у нас дельфиниха забеременела. Ой, я тут проспойлерила маленечко, хотела открыть вместе с вами сундук Wild Club именно на этом аккаунте, на аккаунте мира океана, посмотреть, что же там такое выпадет. Вот, и хочу я вам показать, что нам нужно достичь, то есть не достичь 10 уровня, а нужно набрать 10 тысяч опыта. Но, скажу я вам, к сожалению, у меня квест сейчас недоступен, поэтому будем качаться просто так, вот, просто так гуляя по миру, по замечательному миру океана. Так, ну что ж, ну раз я уже проспойлерила, хотела это я в конце видео сделать, давайте это сделаем в начале видео. Сундук пока недоступен в этом мире, вот так-то вот. А я думаю, интересно, что здесь могло бы выпасть? Ну, к сожалению, ничего, еще не добавили скины от Wild Club, видимо, пэты будут от Wild Club в будущем, раз уже сундук так красиво разрисовали. Вот, и значит, этот сундук я буду уже открывать тогда, получается, в другом мире, в диком мире. Ну все, с этим мы уже все решили. Сундук у нас не открывается. Поплыли искать кого-нибудь крупненького. Хотелось бы найти акулу. Да, я уже готова охотиться на акул. Хотя это очень страшно, тем более, что у меня дельфиниха беременная. Но я сейчас играю за нее, потому что мне нужно будет очень много кушать. Вот, опыт нужно набирать, и каждый кусочек будет ценен. Так, я вижу уже осьминогов. Окей, поплыли к ним. Осьминожки, приветик, мои хорошие. 10 уровня, все, я убегаю. Моя миссия выполнена. Кусь я сделала, теперь вот так вот я побегаю. Ой, ой-ой-ой-ой, как они больно кусают. Очень больно кусают. Мне кажется, меня так ненадолго хватит. Так, а как мне бы кусь сделать аккуратно, чтобы он меня не укусил? Все, 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 убегаем, убегаем, убегаем. Аккуратненько сделала вроде бы кусь. Главное, чтобы он меня не догнал. Так, так, так. Ну, последний раз. Еще, еще. Ой, как хорошо, молодцы. Вы мои хорошие. Так, окей. Кушаем. Спускаемся, что-то... А, кусочки не успела доесть. Или его уже так быстро съели, или я не успела доесть. А где еще один? А, вот еще один. Может быть, тебя успею скушать? Ну-ка. Да, есть кусочки, все, давай. Не успела. Да что ж такое? Ну, ладно. Окей, давайте посмотрим, сколько нам дали опыта за это все. Так, семья. 501 опыта всего лишь. Ничего себе, как долго мы будем прокачиваться. Надо было все-таки дождаться квеста, а потом уже снимать видео. Ну, раз уж начала, теперь будем это... Ой, наверное, долгое видео будет прокачки. 10 тысяч опыта нам нужно набрать. Вы представляете, это получается я по 200 с чем-то опыта всего лишь набрала с каждого осьминога. А осьминоги здесь считаются... Такие, знаете, не слабые животные. Так, наверху у нас кто? Наверху у нас медуза, причем 12 уровня. Окей. Медуза, медуза. Пониже. Так, а пониже я почему не спускаюсь? А я застряла. А почему я не спускаюсь пониже-то? А, во. Вот здесь то ниже, то выше. Как это сложно все, убегая. Угу. Так, где-то еще одна медузка должна была быть. А, она уже сама нападает. Ой, как здорово, когда она сами нападает. Не нужно искать, не нужно ни за кем бегать. Так, ну давайте, 12 уровень медуз. 885. Мы еще даже 1000 опыта не набрали. Так, я же обещала всех съедать. Так, подождите-ка, давайте хотя бы кусочек съедим. 100 опыта наберем. Отлично. Так, вижу еще одну рыбку. Спускаемся, спускаемся. Я б тебя. Ну, это 10 уровень. Здесь, наверное, вообще мало опыта мне дадут, я думаю, потому что это очень слабые рыбки считаются. Ну, хотя 4 кусочка, наверное, чуть побольше, чем за медуз. Я так думаю. Так, давай, все, все, все. А, не успела. Так, тут давайте посмотрим. О, нет, здесь так уж и много. 1487. Откуда у меня сразу столько опыта? О, что-то я не поняла. Прям очень много сразу опыта дали. Как-то странно. Так, подождите-ка, давайте-ка еще раз проверим. Или здесь, может быть, подсчет как-то не сразу идет. Может быть, баг какой-то? Ну как я могла за одну рыбку получить сразу столько опыта много? Такого быть не может. Так, другого. Эй, отпусти, отпусти, кусай, 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 кусай. Угу.
А где-то еще одна плывет к нам, да? Нет? Не плывет, не нападает? Ну, я не вижу, чтобы нападала. Вон там вот осьминожка есть. А, он здесь внизу. Ладно, окей. Кушаем. Скушаем. И тебя тоже скушаем. Отлично. Так, еще кушаем. А ты почему не ешь? Ты что, уже все наелся? Наверное. 2162. Ну, вот этот больше похож на правду. Мне кажется, просто глюк такой был. Небольшой. И опыт не сразу засчитывался, а потом стал засчитываться. А, уже кто-то прокачался. А, ну давайте, знаете что? Давайте сейчас поедим. И прокачаем нашего пэта, нашего горошка. Нашего хорошенького горошка. Так, горошка, твоя пришла. А, удача. Все, прокачали мы тебя. Ты у меня умничка, ты у меня молодец. Все, поплыли за осьминожкой. За кальмаром, то есть. Это кальмар. Так. Кушаем кальмара. Ой, не кушаем, кусаем. Сейчас будем кушать. Теперь его кушаем. Сейчас, наверное, поедим и посмотрим опыт. Сейчас уж точно правильно будет засчитываться опыт. Отлично. Так. Ой, я так запугалась, не туда посмотрела. 3077. Класс. А здесь 2924. А здесь 3077. Здорово. Ну, так мы быстро прокачаемся, я вам скажу, если действительно это все так будет. Так, мне кусочек оставили. Нет, не оставили. Я думала, мне оставили по-братски кусочек. Нет, оказалось. Не оставили. Ой, там столько живности, столько живности. Прям очень много. Мне почему-то кажется, что за этих рыбок много дают опыта, поэтому давайте их тоже бить и убегать. Бить и убегать. Тем более их трое. Прям целая стайка напала. Какие они страшненькие. Ужас. Ужасти. Ага, кушаем. Супер. Ну, я надеюсь, что половину сейчас наберем, да, уже? За троих-то, наверное, много дали. Так, давай тебя съедим. Класс. Я прям жду не дождусь, когда у нас родится маленький дельфиненок. Я не знаю, как я его назову. Вы напишите об этом в комментариях. Нет, половину мы, к сожалению, не набрали опыта. Но все равно продвигаемся вперед. Помаленечку да помаленечку. А впереди медузка. Я же еще раз повторюсь, бьем всех. Никого не упускаем, не пропускаем. Где-то там еще медузка ко мне должна была приплыть. Но что-то она не плывет, поэтому пока что ее подождем. Она, наверное, наверху. Меня не видит, да? Ох, наверху сколько медуз-то. Все, поднимаемся наверх. Будете на меня нападать? Ну, я думаю, что сейчас все на меня нападут кучей сразу. Но я даже убегать не буду, я же такая смелая. Всех перебила. Ничего себе. Ничего себе, у меня дельфин-то как прокачался. Прям даже уже не страшно. Раньше я убегала. Теперь и убегать даже не стоит. Так, кушаем. Отлично. Ну, сейчас я еще пока не буду смотреть. Ой, давайте тебя тоже поедим. Сколько опыта. Сейчас еще немножечко поохотимся, потом уже посмотрим. Ага. Там внизу, по-моему, кто-то есть. Да, внизу кто-то есть из рыбок. Спускаемся. Крылатая эта рыбка, да? Или рыбка-камень? Все-таки я никак не могу определить, что за рыба страшная. Может быть, и крылатая. Так, вы пока ее добиваете, а я вниз спущусь. Вот за этой рыбкой. Они убегают. Их не так-то просто догнать. Так, вот теперь можно посмотреть опыт. 5800. Супер. Тут, представляете, тут же начали на меня еще нападать. Оказывается, я одну рыбку упустила. Хотела уже на паузе поплыть, поплавать немножечко здесь по окрестностям, поискать черепашек. Или, может быть, найду все-таки акулу. Ну, пока что не нашла. Я не знаю, в какой стране она водится. Может быть, в какой-то определенной части океана. Но именно вот в этой части ее нет. Я уже... Да, я уже сколько раз здесь плавала, ее так и не видела. Наверху, что ли, где-то где? Не могу понять. О! Это я глаз включила. Я думала, что ж так темно-то резко стало. Ха-ха, вот и черепашки. Чутье дельфинье я включила. И напугалась прям сама. Не на ту черепашку, что ли, я нацелена. Почему я не могу укусить? Почему я не могу ей сделать кусь? Или у нее такой панцирь, что ли?
непробиваемо, что она не кусается. И вторая на меня нападает, да? Ага. Больно кусается, так очень больно. Отплываем. Так, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Очень аккуратно, 47 хпшек, как-никак. Все, отлично. Это здорово. За двух черепашек много должны дать. Как я и в прошлый раз думала, да? Много должны дать опыта. Ох, кое-кто у нас опять повысил уровень и уже 13-го, а у меня всего лишь 6800. Окей. Ну, я думала, что... Нет, если честно... Ой, не надо так вот далеко. Я думала, что это будет дольше. Я думала, что это вообще задача будет невыполнимая. А оказалось, вполне-вполне себе. Тут уже 7000, отлично. Ну, 3000 всего лишь осталось, поэтому... так, убирай. Выплевывай, выплюнь. Рано еще. Ну, я тренируюсь. Я представляю уже, что у меня есть маленький дельфиненок, и ему нужно носить еду вкусную. Медуза. Так, сейчас нацелимся на тебя. А ты одна здесь была или, может быть, с друзьями? Вроде бы я пока никого не вижу, но... А, нет, вижу, уже чувствую, кто-то меня сзади бьет. Вторая медузка меня колотит. Но они не больно бьют, поэтому... можно и не сразу среагировать. Кушайте, мои хорошие. Так, там еще черепашки, Спускаемся, еще две черепашки есть. Давай, быстрее. Ух, скорости тебе не хватает. Прям скорость, наверное, надо в первую очередь прокачивать. Вот, потому что как-то не очень приятно, когда так медленно плавает дельфин. Мне бы хотелось прям очень быстро плавать. Это было бы интереснее. Дельфины, они... Ай, у меня 9 хп. Болтать меньше надо. И тогда будет все окей. Ну, медленно... Во-первых, я беременна, конечно же. Понятно, что из-за беременности я очень медленна. Ну, вообще, до беременности такая история была. В принципе... Так, поедим, восстановим хпшки, и сейчас быстренько глянем, сколько у нас осталось. Ой, 1500 всего лишь осталось, 1500, там впереди у нас кальмар. Окей, поплыли на кальмара, но он нам, конечно, не даст столько, сколько нам нужно, но хотя бы мы приблизимся к этому числу, к числу 10000. Давайте, добивайте, у вас все получится, вы у меня молодцы. У меня просто супер, все, съедаем мяско. Кстати, если бы я съела все 6 кусочков, то мне бы дали 600 опыта, по идее. А так-то мне достается всего лишь 3, наверное, кусочка из 6. То есть я съедаю только 300 опыта. Ну, теперь смотрим, сколько еще у нас. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть совсем. Так, ну там есть медузки, ладно, поплыть на медуз, что ж теперь делать? Ну что ж делать, такова у нас судьба. И мелких бьем, и крупных, и всяких разных. Здесь можно не убегать, и тебя бьем. Отпусти! А, ну все, подожди, отпусти. И съедай. Молодец, умничка. Так. И тебя тоже съедим. Сейчас будет обидно, если осталось там, допустим, 100 всего лишь опыта набрать. А мне кусочка не хватило, да? Ну, чуть меньше. Ой, чуть больше, то есть 200 опыта еще надо, 203. Но сейчас вот эта черепашка нам точно даст столько опыта, сколько нам нужно. И мы пойдем в логово уже. А то мы как-то подустали, все, охотимся, да, охотимся. Очень... Ой, там кальмар еще впереди. Но на кальмара мне уже сил не хватает. Все, в домик, все, поплыли в домик. Отлично. И ложимся спать. Класс. Так, показывать, кто у нас родился. Родился детеныш, ему нужна еда. Ну, это... А, так. Bubbles. Ну, окей. Я не знаю, может, правильно, неправильно сказала. Это мальчик, ладно, пускай будет мальчик. Мальчик у нас... Мальчику скин какой дадим? Давайте вот такой скин дадим. И папке такую же скин дадим. Давайте купим скин. Все, покупаем скин, очень красиво. Просто мне кажется, будет красиво сочетаться. Нет, мне этот бирюзовый все-таки мне больше нравится, да? И папе такой же скин дадим. Будет у нас мальчик, похожий на папу. Вот такая у нас будет семья. Так, папа, забирай тоже такой же скинец.
Ну, мне, я не хочу ждать, когда я буду это все выбивать в сундуках. Вот, я уже хочу играть именно на таких скинах. Так, ищем малыша. А, где у нас там малыш-то? Я его не вижу. Папу-то я вижу с новым скином. А где малыш? Скатика вижу. Он, может быть, высоко поднялся? А? Пап, ты не знаешь, где малыш? Куда ты его дел? Рассказывай. Вы знаете, я еле-еле его нашла. Он, оказывается, вон там вот спрятался. Его не видно. У него такой расцветки, все. Замаскировался. Вы посмотрите, никто из врагов его точно не найдет. Маленький, ты мой спишь, что ли? Да ты мой хорошенький. Вот такой малышок у нас теперь будет в логове плавать. Очень красивый. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Подождите-ка, я еще с вами не прощаюсь. Подождите-ка, мы еще откроем два сундука. Поехали. Эликсир, опять на акулу все выпадает. Да когда ж на дельфина-то что-нибудь выпадет? Скин легендарный на акулу выпал. А самой акулы нет. Обидно. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вдруг еще не подписаны, чтобы не пропустить следующие серии по игре Wildcraft Мир Океана. А с вами была Кошечка Прика, и увидимся в новых роликах.